бедра. Вот так вот. И вот так вот. Видите, какое оформление идет среднего шва вместо вот этой ракеты. Я его как бы сдвинула, но много, 2 сантиметра сдвигать нельзя. Сантиметр или полтора. Потому что пузырек надуется строго посерединке, где позвоночник, где копчик. Его надо сутюжить. Чем меньше здесь взяли, тем легче вот это сутюжится. Это можно делать только в мягких подвижных тканях, которые можно сутюживать, которые подвергаются вот этой обработке. Потом, если мы сдвинули средний шов спинки в эту сторону, значит, и вот это все надо, горловину тоже сдвигаем вот сюда. Понятно? Значит, вот эту точку тоже сдвигаем на 2 сантиметра. И вот эту точку тоже сдвигаем, но не на 2, а вот на это расстояние на 1,5. Понятно? Пройма, это для Оли, конечно, очень маленькая, очень высоко. Сделаем выше груди примерно вот настолько. А без рукава, да, не будет? Да, без рукава. Лифчик виден. Не будет. А то рука не войдет на примерке. Так. И так как мы забрали вот здесь, нам надо уже это выпускать. Здесь мы выпускать. Так вот как-то я нарисую. Так. Значит, здесь. А прибавки какие у нас? По груди 1, по талии 3, по бедрам 3. По груди 1. Ладно. Вот. Что дальше? Смотрите, эту выточку мы тоже немножко сдвинем. На эти же 1,5, например, так? Параллельно. То есть мы как бы все взяли и подвинули. Теперь от этой точки 2 сантиметра наверх безымянная точка. И новое плечо, да? Да. И рисуем новенькое плечико от буквы S до правой стороны выточки. Измерили правую сторону выточки, отложили эту величину на левой стороне выточки, получили точку и вернулись вот сюда. Вот это мне надо было. Понятно? Да. Вот этой точечке я могу сказать, что, допустим, я поверю, но они у нас оказываются, на смотрите, одном. На одном уровне. Все-таки хотелось бы эту точку опустить пониже. Если мы ее опускаем пониже, если нам хочется, то мы меняем выточку. Выточку делаем больше. Измеряем одну сторону, откладываем на второй стороне. Плечико дальше у нас 13 с половинкой. А ну-ка проверим вот это плечико. 3 с половинкой. Сюда положили 14 с половинкой. То есть 13 на посадку. Спокойно. Да, 1 сантиметр пойдет на посадку нормально. И здесь у нас 28. Приходим вот сюда. Вот так. И нарисовать пройму. Прямой уголочек. И приходим вот сюда куда-нибудь. Нижний уровень. Видите, где я выбрала? Вот тут я выбрала. А теперь померяем грудь. Значит, что у нас получилось? Вот так. Вот так, вот так, 59. А нам надо было сколько? 57? Плюс 1, 58. Плюс 1, 58. Нормально. Ну, пускай будет 2, да, мне тоже. 2 – это нормально до такого размера. Был бы вот такой размер, можно было бы 0 брать. Вот такой размер, 1 сантиметр. Для такого размера уже 2. Понятно? Значит, вот у нас проймочка. Вот такая вот будет. Все. Теперь можно... Да, и еще смотрим на бедра. Значит, у нас по бедрам сколько сейчас? По факту. По факту у нас 61,5. А нам надо 59. А нам надо 59, то есть 2,5 сантиметра лишних. А я либо хотела посвободней. Можно? Хотела посвободней? Можно. Не хочу, чтобы обтягивала. Не хочу, чтобы обтягивала. Тогда все равно, Оля, делай вот здесь вот не заход, а делай ровненько делать. И делай себе вот так. Поровней, да? Вот так. В этой линии сходи. Обтягивать не будет, но уже будет соответствовать контурам тела. А талию промерить, если можно? Не сильно мне узко будет. Ну... Давайте посмотрим талию. Так, 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 так.
Талия 53 почти. 49. 4 сантиметра. Все нормально, отлично. Угу. Можно вопрос, да. А когда вот сравниваем эти вот мерки, точнее, мы ориентируемся без прибавок на наши мерки? С прибавками. Вот приучите себя к тому, что написали ТЗ, 57 плюс 1, ну вот 2 напишем здесь. Один здесь 59. Было у меня сделано. То есть уже с прибавкой. Да. 49 плюс 3. Хотим 52. 59 плюс 3. 62. Да, и вот сетку уже тоже смотрим на с прибавками. Что больше? Да, больше с прибавкой. Да. А что больше? Что так больше? У меня грудь, значит, да. Да. Грудь, значит, по груди берем. Вот это, если бедра больше, по бедрам берем. Понятно? Вот такая вот идет история у нас. Все. Потихоньку.